Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Николаева Надежда. Я студентка 4-й группы 6-го курса лечебного факультета. Хочу представить вашему вниманию свой доклад. Однако, прежде чем я назову тему доклада, давайте рассмотрим клинический случай. Мужчина, 73 года, наблюдался у пульмонолога по поводу хронической обструктивной болезни легких. При консультации фтизиатра была выявлена очаговая диссеминация верхней доли левого легкого. При поступлении в стационар предъявлял жалобы на одышку при минимальной физической нагрузке и кашель с отделением умеренного количества слизистой гнойной мокроты. Объективное состояние средней степени тяжести, кожные покровы обычного цвета без высыпаний. Дыхание в легких везикулярное, в задних нижних отделах выслушиваются влажные среднепузырчатые хрипы. Артериальное давление 140-65 мм ртутного столба. Клинический анализ крови, биохимические показатели крови и общий анализ мочи без патологии. При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии были обнаружены кумы. Рост культуры микобактерий туберкулеза был установлен методом посева. При компьютерной томографии в верхней доли левого легкого были обнаружены очаговые тени, участки уплотнения легочной ткани, которые преимущественно располагались в 3, 4, 5 сегментах. Здесь же выявлен избыточный легочный рисунок. В средних и нижних отделах обоих легких бронхоэктазы, корни структуры диафрагмы деформированы за счет плевродиафрагмальных спаек. На ЭКГ атриовентрикулярная блокада первой степени, по данным УЗИ, область надпочечников не изменена. Был поставлен клинический диагноз. Основное заболевание – диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации МБТ+, сопутствующие заболевания – бронхиальная астма, ХОБЛ, гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, язвенная болезнь желудка. Пациент находился в стационаре в течение 4 месяцев, и это время можно разделить на 2 периода. Первый период в течение 3 месяцев, и его можно считать относительно благополучным. Пациент периодически предъявлял жалобы на тошноту и боли в эпигастре, которая связывалась с приемом антибактериальных препаратов. При контрольной компьютерной томографии было установлено значительное рассасывание очаговых теней верхней доли левого легкого. Результаты исследования мокроты были отрицательными. И таким образом в этот период была зафиксирована явная положительная динамика в лечении диссеминированного туберкулеза легких. Но второй период характеризовался неуклонным ухудшением состояния пациента, появилась резкая слабость, рвота после приема пищи и лекарственных препаратов, кожный зуд. Артериальное давление снизилось до 115,63 мм ртутного столба, изменился цвет кожных покровов, который сначала описывался как желтушный, а затем как бронзовый, резко повысился уровень креатинина до 677. Была диагностирована декомпенсированная почечная недостаточность, и пациент был переведен в реанимационное отделение. Его состояние оставалось стабильно тяжелым, но затем резко ухудшилось. Артериальное давление снизилось до цифр 90 и 50 мм ртутного столба. Возникли боли в животе, рвота, не приносящая облегчения, резкая слабость и апатия. И пациент скончался. Был поставлен посмертный клинический диагноз. Основное заболевание – сахарный диабет второго типа. Осложнение основного заболевания – диабетическая нефропатия, хроническая болезнь почек, терминальная фаза. Сопутствующие заболевания – диссеминированный туберкулез легких, бронхиальная астма, ХОБЛ, гипертоническая болезнь и язвенная болезнь желудка. Однако при патологоанатомическом исследовании был поставлен другой диагноз. Основное заболевание – туберкулез левого надпочечника. Осложнение основного заболевания – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет второго типа, двусторонний хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, ХОБЛ, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка. Гистологическое описание надпочечников. Левый надпочечник – зона газозного некроза, отграниченная узкой полоской ткани, содержащей эпителиоидные лимфоидные клетки. Правый надпочечник атрофирован. Теперь можем перейти к докладу. Тема моего доклада – это туберкулез надпочечников, который явился причиной смерти пациента в клиническом случае, а именно осложнение данного заболевания. Туберкулез надпочечников проявляется таким клиническим синдромом, как надпочечниковая недостаточность, которая обусловлена недостаточной секрецией гормонов коры надпочечников в результате нарушения функционирования гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Надпочечниковую недостаточность можно разделить на первичную, которая возникает в результате поражения самой коры надпочечников, и центральные формы, к которым относятся вторичные и третичные. Вторичная является результатом нарушения секреции АКТГ, а третичная развивается при дефиците кортикотропин-релизинг-гормона. Хочу обратить ваше внимание на этиологию первичной надпочечниковой недостаточности, а именно на то, что туберкулезное поражение надпочечников занимает второе место и встречается в 5-10% случаев
всей первичной надпочечниковой недостаточности, уступая место только аутоиммунной деструкции коры надпочечника. На данном слайде мы видим динамику этиологической структуры первичной надпочечниковой недостаточности, а именно то, что в течение 20 века постепенно повышалась доля аутоиммунного поражения надпочечников и уменьшалась доля туберкулеза надпочечника. Однако сейчас, в связи с увеличением заболеваемости туберкулезом, можно ожидать увеличения доли туберкулеза надпочечника в структуре первичной надпочечниковой недостаточности. В основе первичной надпочечниковой недостаточности лежит абсолютный дефицит кортикостероидов. Дефицит альдостерона приводит к развитию дегидратации, гиповолемии, гипотонии, а также гиперкалемии. Дефицит кортизола приводит к снижению сопротивляемости к различным стрессорам, на фоне которых происходит декомпенсация надпочечниковой недостаточности. Также выпадает такая функция кортизола, как стимуляция глюконеогенеза и гликогенолиза в печени, а также пермиссивные его эффекты в отношении тиреоидных гормонов и катехоламинов. Туберкулез надпочечников обычно развивается вследствие гематогенного распространения микобактерий, то есть в большинстве случаев у больных имеются следы ранее перенесенного туберкулеза или же активный процесс. Клинически манифестируют только при разрушении 90% коркового вещества обоих надпочечников. И манифестируют в среднем возрасте, то есть между 20 и 50 годами. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Клиническая картина состоит из следующих симптомов. Гиперпигментация кожи и слизистых. Вот так это выглядит. Похудание. Общая мышечная слабость. Артериальная гипотензия. Диспептические расстройства. Пристрастие к соленой пище. Гипогликемические состояния. Также следует сказать о таком состоянии, как гипокортицизм, который возникает в результате декомпенсации хронических форм надпочечниковой недостаточности. И бывает трех форм – сердечно-сосудистой, гастроинтестинальной и церебральной. Сердечно-сосудистая форма характеризуется симптомами сердечно-сосудистой недостаточности, гастроинтестинальная, соответственно, диспептическим синдромом. И церебральная неврологическая симптоматика. Также возможно сочетание всех этих трех форм. Диагностика. Диагностика включает в себя такие методы, как общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, в которых выявляются неспецифические лабораторные сдвиги, исследование уровня гормонов, а именно определение суточной экскреции свободного кортизола с мочой, тест с 1,24 АКТГ, определение уровня АКТГ для дифференциальной диагностики с вторичной надпочечниковой недостаточностью, тест с инсулиновой гипогликемией, определение ренина в плазме крови, определение антител 21 гидроксилазе для дифференциальной диагностики с аутоиммунной деструкцией надпочечников, метиропоновый тест для определения функциональных резервов АКТГ гипофиза, также обязательно выполнение рентгенографии органов грудной клетки для выявления туберкулеза легких и обследование у фтизиатра, то есть пациент с надпочечниковой недостаточностью первичной обязательно должен быть направлен на консультацию к фтизиатру. Для визуализации надпочечников используются следующие методы: УЗИ, КТ и МРТ надпочечников, но наиболее информативным и приемлемым является КТ. Вот так выглядят кальцинаты надпочечники. И лечение туберкулеза надпочечников включает в себя следующие направления. Во-первых, это лечение туберкулеза по общим принципам лечения больных туберкулезом. Это заместительная терапия глюкоминералокортикоидами, а именно гидрокортизоном и флудрокортизоном. При остром гипокортицизме и тяжелой декомпенсации хронического гипокортицизма необходимо проводить следующие мероприятия. Внутривенное введение физиологического раствора и внутривенное введение одного из следующих препаратов – гидрокортизон, дексаметазон или преднизолон. Противопоказано введение калий-содержащих и гипотонических растворов и диуретиков. И дополнение к клиническому случаю. Причиной смерти того больного явился недиагностированный при жизни туберкулез левого надпочечника на фоне атрофии правого. Этому всему помешала сочетанная соматическая... Для постановки верного диагноза при жизни помешала сочетанная соматическая патология. Сахарный диабет и гипертоническая болезнь маскировали такие проявления надпочечниковой недостаточности, как гипогликемия и падение артериального давления. Спасибо за внимание.